всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Вовка, Семен, Фокси, Кто-то и Эрорка. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас пиццерия FNAF 1. Скачали классный пилпак на Бенди. И у нас есть очень много пилпаков на аниматроников. И сегодня у нас рубрика «Аниматроники против Бенди». Мы поделились в команду 3 на 3. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем мочиться. Только вот не сейчас. Давайте мы разбежимся по карте. Блин, а я медленный, оказывается. Блин, давайте поменяем. Стойте, стойте. Тут есть, наверное, какой-то быстрый все-таки. Так, у нас уже есть преимущество намного меньше. Мы какие-то рахиты. Очень медленные. Побежали. Прикольно. А, мы можем тпхаться, и мы можем вставать невидимыми. Ну все, битва пошла. Мы победили, пацаны, погнали дальше. Так, давайте на крышу. Идем, идем. Эй! Мочи, мочи его. Так, пацаны, мы еще ни разу не слились. Это хороший знак. А, тут кто-то невидимый бегает. Вот он, вот он. Ребята, потом напишите в комментариях, кто сильнее, Бенди или аниматроники. Ну, мне кажется, все-таки аниматроники сильнее. Ну, мы еще не всех проверили. Так, они всякие звуки сдают. Не забываем подписываться на канал, ставить лайкосики. Ролики выходят каждый день. А мы крушители стекол. Пацаны, помогайте. А я не могу его убить. Почему-то жизни не тратятся. Они тратятся только очень медленно. Не, по-классно тем, что озвучена бомба. О, у меня жизни мало осталось. Где ты, Димас? Какая-то битва у нас такая происходит странная. Пацаны и наших, и своих, и меня мочат. Ладно, первый раз проиграл за то, что аниматроник очень слабый. Бенди. Сейчас мы возьмем мощного. Ну чё, кто на меня? Иди сюда. Нет, это я переборщил. Во. Пойдет? Я здоровый, хаба. Ого! Может, не надо, Димас? А я не могу жизни тратить почему-то. Тратятся, но очень медленно. Я пошел, прощай. Так, они бегают, ищут нас. Я убегаю вовнутрь. Так, так, так. Главное сказать в ту сторону, которую я реально не ходил. Возьмем маленького. Оригинального возьмем. Он самый лучший. Чпоникс. Так, охота открыта. Пацаны, вы их видите? Они нам засаду хотят сделать. На крыше, а я внутри. Отдыхаю здесь за столом. Такие звуки прикольные, хрюканья. Стоим. Давайте камеру поближе можно сделать. Что-то никого не наблюдаю я вообще. А где вы все? Давайте выйдем на улицу. То я что-то не вижу никого. Хожу здесь по пиццерии, пусто. Иду на крышу. Давайте нельзя невидимку использовать, так нечестно. А то сильно как-то скучно получается то, что мы как дурачки ходим, ищем друг друга. А! А чё он так больно кусается? Таня, у тебя жизни 800 тысяч, конечно, я тебя не убью. Мне уже стало поменьше немножко. Немножко? 800 раз надо на тебя нажать, ты понимаешь? Я не могу так, у меня нету времени столько на тебя клацать. Ну, я просто отдохну пока. Окей. Может, какой-то у нас есть аниматроник, который может тебя убить с одного раза? Вряд ли. Так, это не оно. Давайте этого потестим. А, это на расстоянии. Ой-ой-ой, красава. Мочите, мочите его лицо. Он не видит ничего. Так, еще разок. Пилпак. О, возьмем топориста. Он мне больше всех нравится. Ну чё? Только я очень медленный, конечно.
Но должен мочить очень сильно. Слышь, Семен, нарываешься на неприятности. Так, пацаны, я иду, это знаешь, кто я? Наказыватель. 1-0. Ну вы где? Мы идем тебя лупашить. Так, я не помню, вроде сюда надо? А куда идти, на крышу? А, вспомнил, вспомнил, вот сюда. Так, побежало. Дима, слышь ты. Я же говорю, я буду вас наказывать за то, что вы меня убиваете с одного раза. Идет убийца. Пацаны, все нормально. Пользуете невидимость, да? Ну теперь уже да, так как я вижу, вы не понимаете по-нормальному. Так-то. Да, я прикрываю вас, пацаны. Ну, до этого момента у вас все было хорошо, но вот теперь, видите, чуть-чуть не получилось. Тогда меняемся ролями. Я буду тоже наказать. Давай будем. Наказатели, пошли. Ой, блин, чуть тебя не убил. А, не, я тебя убил. Через машину, кстати. Так, я тебя жду, где ты? Вон он бегает, бегает. Отлично. Пошли. Бежим, бежим со всей силы. Мы идем на крышу. Запрыгиваем, пошли сюда. Запрыгивайте. Чпонькс. Так, там музычка играет, давайте ее выключим. Так, нам сюда. Ты идешь? Погнали. Иди ты первый, я тебя буду прикрывать. Ой. Ого. Зачем ты своих мочишь? Эй! Блин. А, там был наш? Извини, обстоятельства. Бенди проиграли, это 100%, мы очень слабые. Наказатели суперсильные. Да, наказатели 2-0 вышли на охоту. Не знаю, где я. Пацаны, надо стоять на разных уровнях, потому что мы друг друга замочим. Слышу. Блин. Так, так, так. Невозможно против вас. Вы можно, очень... можно. Ты даже не представляешь, что можно. Можно зайти так. Ой. Так, у тебя прикольная нычка. Можно на картофаны там сесть. О, я ну знаю, как? Я знаю, что это... На тебе. Близко. Очень близко. Пацаны, что-то мы начинаем сливаться. Да что? Меня аж откинуло. Здесь робот пришел. Наказатель. Давайте, кто против меня? Что там на улице? Держи. О! Перекинул, понял. Не докинул. А! А чего так легко может робота убить? Так, давайте в конце, как всегда, сделаем эпические взрывы. У нас есть новые бомбы. Например, мы возьмем... Вот. Нет, это царь-бомба. Little boy, да? Давай. Да это немного. Запускаем? Нет. Крикнешь, давай, я буду кидать. Ого, мы еще так не делали, кстати, в одном месте. Столько ядерных бомб. Ну что, ребята, взрываем. Ой. На рабочий стол вылетит, делаем, ребята, вставки. Мне не вылетело. Ну, тебя там просто. Нормально. 1 FPS. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!